Всем привет! Продолжаем рассматривать картины «Апостол Петр» Давид Гирландаю. Даты нет, мозаика. Давид Гирландаю – представитель известной флорентийской династии. Художниками являлись его братья Бенедитто, Джованни, Батиста и старший, самый прославленный Доминика, а также сын Доминика Рудольфа. Отец Давида – ювелир Томмазо Пигорди, знаменит изготовлением украшений для женских причесок, чему посвиднем Вазари и обязан своим прозвищем, распространившимся на потомков. Томмазо был первым выдумавшим и пустившим в оборот украшения, которые носят на голове флорентийские девушки и которые называют гирляндами, за что и получили имя Гирландаи. Давид помогал старшему брату в работе его знаменитой ботеги в мастерской по росписи Ватиканской библиотеки, а в следующий приезд в Рим и Сикстинской капеллы. Позже художник стал учителем племянника Ридольфа. В кафедральном соборе Орвиетто сохранились мозаики мастера. Он специализировался в этом виде живописи, а мозаика в итальянском искусстве Ренессанса – редчайшее явление. Кроме того, вместе с Доминико Давид сделал композицию «Благовещение» в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, а в одиночку – апсиду собора в Пистое. Его образ святого Петра сохраняет условную плоскостность, воспринятую от византийской традиции. Однако лик выстроен по ренессансным законам светотеневой передачи объемов. Ну вот такое описание нашел в интернете. Я пользовался текстом «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.